Я думаю, ошеломительной атакой можно сбить броню. Мне тоже и незачем об этом знать. А что, если она все-таки узнает? Трудно. Я не напугал. Yeah!
Наверняка это был последний. Посмотрим, что они затевали. Юрий, может, я схожу с ума, но кажется, агенты Соболя задерживают людей и просто грабят их. Конфискуют имущество? Может быть, они задержали гангстеров? Ну, скорее людей с красивыми машинами и драгоценностями. Что сразу делает их преступниками? В их глазах. Здесь у меня Человек-паук! Всем в атаку! А вы в детстве так и говорили? Вот вырасту, стану фашистским угнетателем! Да, наверняка! Возьмите отгул на сегодня! Честно! Хорошо? А ничего хорошего. Этот отряд Соболя давно отбился от рук. Соболь Интернешнл некогда разбираться, но там не против, если это сделаем мы. Я бы все равно занялся ими, но так будет даже интересней. Спасибо. Я бы, может, даже сдался, если вы мне разрешите включить сирену! Скажите боссу, что я к ней равнодушен, и что все это попахивает вымогательством.
Все оказалось сложнее. Спасибо, человек. Капитан, задержанные вышли на свободу и получили назад свое имущество. Хорошо. Соболь Интернешнл пообещали, что накажут этот отряд. Поверю, когда увижу сама.